сейчас особо интонация. В конце фразы мы-то забываем понижать тон-то. В итоге предложение, но я пошла, мы произносим как бы с вопросом. А вот наши бабы обожат все уменьшать. Не чашка-чашечка, не ложка-ложечка. Конечно, нас отличат особые слова-маркеры. Например, однокомнатную квартиру в Челябинской области называем полуторкой. Белую булку – горбулкой. Мочалку – выходкой. Кошелек – гуманком. Лохмотья – ремками. А номерок – биркой. Я шо говорим, айда вместо пойдем. Разнесите их в той же Москве. Вас попросту-то и не поймут. И шо ж шо полбеды. Чисто уральское слово «чо» можно каждому понять. Но стоит вам открыть рот и выпустить словечко, на вас сразу повет язык деревенщина. Ну чё, уральский лошок, сбрази чё-нибудь, чё рот открыл-то? Все-то они выходцы из Пермского края. Вот и решайте, хорош или плох товар-то. Говор-то наш, уральской. Избавиться от уральского говора сейчас стремятся политики и бизнесмены. Чистота речи для них вопрос личного статуса. Услышав «чо», во время бизнеса переговоров партнеры могут засомневаться в деловых качествах. А разве в говоре дело-то?